А ми продовжуємо ділитися з вами не лише актуальними новинами з життя України та Києва, зокрема, а й просто зараз маємо можливість дізнатися оперативні дані з магістралей регіонального та місцевого значення. Чи спокійною ця ніч видалася для водіїв, розпитаємо у головного редактора інформаційного ресурсу dtp.kyiv.ua Влада Антонова, який вже на прямому зв'язку зі студією. Тож, доброго ранку, Владе. Тож, яка загалом можете охарактеризувати ніч на автошляхах? Доброе утро. Ночь была спокойная. Самое серьезное ДТП было вчера, ближе к вечеру, на Отрадном, Столбинский район. Водитель автомобиля Акура на пешеходном переходе закрыл сразу трех девочек, которые переходили дорогу. К счастью, две из них травм серьезных не получили, сделали ссадинами, ушибами. И одну в довольно тяжелом состоянии госпитализировали в Ахмаде. К счастью, угрозы жизни нет. Водитель просто отвлекся, он не ехал быстро, но пропустил. Но, к сожалению, дети не убедились в безопасности маневра, они были на переходе, они правы, безусловно, но надо было все-таки смотреть по сторонам, потому что такие ситуации происходят довольно часто. Я обратил внимание родителей, надо заранее деток учить при выходе на дорогу, при переходе постоянно смотреть по сторонам, крутить головой, потому что иначе может быть трагедия. Також, Влада, можете прокоментувати ситуацію, пожежу саму, яка трапилась в гаражних кооперативах? Вчора був доволі серйозний пожар, 17.03 поступило сообщение спасателям. От на території п'ятиэтажного гаражного кооперативу на Дружба народов начался пожар. Туда приехали несколько пожарных машин, оказалось, что огонь на площади порядка 60 квадратных метров. Распространился, это довольно сильный пожар, был развернут штаб, работало 11 пожарных машин. Порядка 50 спасателей. В течение часа примерно пожар полностью ликвидировали, локализировали. К счастью, пострадавших не было. Пожарным приходилось работать в специальных аппаратах. Это довольно тяжело. Что было сильное задымление, довольно большая площадь пожара. То есть он был довольно сложный. И, скорее всего, причиной явилась какая-то деятельность в гаражах. Что в одном из гаражей он начался. Возможно, кто-то проводил ремонтные работы, либо готовил еду и не досмотрел. І також кілька слів про загрозу бурульок для автомобілей. На Олесі Гончара вчора днем на два автомобілі упала огромная глиба весом, ну, там, кілограм 200-300. І дуже серйозно повредило оба авто, розбито лобове стекло, смята крыша, капот. Тобто ремонт обох автомобілів буде составляти там 50-60 тисяч гривень кожен. Движення було паралізовано вот в это время. И такая ситуация, конечно, возможна, потому что сейчас температура колеблется, то плюс, то минус, и лед может падать с крыш, не всегда его чистят в достаточном объеме. Поэтому я бы рекомендовал автомобилистам ставить автомобили сейчас подальше от зданий, потому что автомобили были разбиты, кстати, на расстоянии даже 3-4 метра от крыши. Вернее, от края здания, то есть лед упал не прямо вниз под дом, а не на некотором расстоянии. И пешеходам тоже нужно быть внимательными, потому что если висят сосульки сверху, то велика вероятность падения. Случаи травмирования сосульками, даже случаи смертельных травм, к сожалению, в Киеве были. Поэтому не идем за ленточками повязанными, где пишется, что идут работы по очистке крыши, и смотрим внимательно наверх. Если вдруг, например, слышите, что лед падает, есть возможность скачать немножко дальше от здания. Влада, дякуємо вам за ваші поради. Я ж нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Влад Антонов, головний редактор інформаційного ресурсу ДТП Київ.UA. Від себе додам, не порушуйте правила, цінуйте власне життя та життя ваших пасажирів.